20 июля в Чувашии горел лес на территории 2,5 квадратных километра. Причина возникновения пожара уже установлена. В жаркую погоду искры от поездов – серьезная угроза для леса. Только за июль в полосе железных дорог произошло 3 пожара. Благодаря оперативному вмешательству пожарной охраны очаги возгорания удалось ликвидировать. Расходы у нас составили более 100 тысяч рублей. Были привлечены 5 единиц техники, 33 человека. И в течение 2 дней потушили пожар. Сотрудники РЖД приехали, 5, они приехали, это, говорит, ваше дело тушить лесные пожары. Они уехали обратно. По словам Михаила Игнатьева, сотрудники РЖД также должны нести ответственность за отведенные им земли. У многих нет искрогасителей, хотя это, наверное, не такое дорогое удовольствие, но поселения не делали. Не только в наших регионах, там, где вот на подъем, на повороте, когда на самом деле на всю нагрузку идет право, соответственно, от него и искра. А доказательную базу вам надо собирать совместно с правоохранительными органами. Отдельно вы здесь ничего не сделаете. Глава Чувашии поручил разобраться с этим вопросом и обратился к РЖД с просьбой впредь не допускать подобных ситуаций. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика.